я считаю, что с ними нужно общаться, с молодежью нужно общаться. В первую очередь нужно, чтобы с ними общались дома, родители должны с ними общаться. После с ними, я считаю, что должны профилактику по поводу и наркомании, и вообще поведения своего. Нужно в школах, университетах, друзья должны объяснить. Просто у нас как бывает, если, например, друг что-то плохое сделал, иногда могут поддержать, сказать, да, молодец. Если ты плохое сделал, мы должны порицать. Должны говорить, так не поступай, так нельзя. Так нельзя. Общение, общение, общение. А у нас как, например, сейчас родители даже своих детей нормально не видят. В силу такой мирской суеты, в силу того, что работа, домой приходят уставшие, не получается с ними общаться. У меня такая просьба ко всем родителям. Ради Аллаха просим, общайтесь со своими детьми. Уделяйте им побольше внимания. Вот это самое-самое основное. Дружите. Да, дружите. Вот я правильно так и сказал. Надо дружить, общаться. А не так, там, например, что-то плохое сделал, сразу ругают, бить и так далее. Нет, надо общаться, дружить, чтобы он раскрылся и так далее.